водительское удостоверение предъявите, пожалуйста. Не, у меня нету. А как вы водите автомобиль? Какой автомобиль? Вот этот. Это же игрушка вообще. А ребенку есть 18? А? Ребенку есть 18? Ребенку 18? 4 года, вы что? Ну ладно тогда. Прошу прощения, вы фотографируете? У нас фотосъемка на фоне елки запрещена. Да? Да. А почему? Вчера был, как его, старый Новый год. И? Сегодня день без Нового года. И? Никто не фоткается на фоне елки. Я не буду говорить. А у вас имеется водительское удостоверение? Да. Предъявите, пожалуйста. А вы покажите свои, это как его, уполномочия на остановку транспортного средства. Создайте видимость перемещения. То есть двигайтесь как-то более активно, вот в ту сторону пройдите, потом обратно, хорошо? Вот поэтому меня и прислали. То есть вы как-то на одном месте застряли. Благодарю, да. Просьба сейчас только по черной плиточке сейчас у нас проход, а белой сейчас нельзя идти. Почему? Это не важно, то есть только по черной, пожалуйста. Я сейчас ко всем подойду. Не на выход вообще. Я понимаю, вот, смотрите, вот она специально выложена здесь по периметру, по черной, будьте добры. Извините, пожалуйста, у нас сегодня в торговом центре день рэпа, и кепки только задом наперед. Молодые люди, возьмите за руку, пожалуйста. Продолжите движение вот таким образом, да. Да, все, благодарю. Вы слушаете музыку? Вопрос. Вопрос. Остановите, пожалуйста. Вы находитесь на территории торгового центра. Прослушивание аудиозаписей личных запрещено. То есть вы понимаете, да, здесь играет наша музыка. Вы должны слушать нашу музыку. Чем запрещено? Вы находитесь на территории торгового центра. Чем? То есть, где это запрещено? Я подписал по уставу. По уставу. Автоматически чего? Вы принимаете автоматически правила. Я не принимаю никаких правил, не подписывал никаких согласий. Молодой человек, себе не меня. Молодые люди, примите естественное положение, пожалуйста. Вот, вот так. Еще более естественное. Будьте добры. Наиболее естественное. Благодарю. У нас менее 3 детей запрещено возить в тележке. То есть либо 0, либо 3. 2. Ни в коем случае. Почему? Слишком мало детей. А есть еще 3-й ребенок у вас? Нету. Ну, это недопустимо. Будьте добры, по черной плиточке, по периметру обходите. Прошу прощения, по черной плиточке, будьте добры, вот по периметру обходим. Благодарю. Черная плиточка, сейчас по черной плиточке обходим по периметру и в ту сторону. Вы на выход или в Икею. Будьте добры, по черной плиточке сейчас двигаемся. По черной, да. Стоп. По черной плиточке, большая просьба. А вы как на улицу? Вот по периметру обходим. Вот черная плиточка, да. Снимите куртки, пожалуйста. А. По причине? Вы находитесь на территории торгового центра. Там не было написано. Законы такие? Устав. Вы, находясь на территории торгового центра, вы соглашаетесь с правилами. Автоматически, разумеется. Извините. Первый раз такое, если честно. Вам вообще начисляются 2 штрафных балла. Кто из вас лицо, принимающее решение? В смысле, 2 штрафных балла? Каждый человек, находящийся на территории торгового центра, может получить штрафные баллы в случае нарушения установленных правил. Если вы набираете 10 штрафных баллов, это 1 санкция. 7 санкций. Да, подожди, мы... Письменный выговор. Мы тут сидим, принеси покупку. 3 письменных выговора. Давай, все, потом... Выйти из торгового центра. Понятно. На 3 часа. Если вы хотите оспорить штрафные баллы, это тоже реально. Но только по будням в администрации торгового центра с 2 до 4. Да, вы не могли бы пересесть вот сюда, пожалуйста? Почему? Прошу вас, пересядьте сюда, пожалуйста. Давайте. А вы сюда, пожалуйста. По причине. Оставайтесь на месте, встаньте сюда, пожалуйста. Вот сюда. Так, стоп. Стойте вот здесь. Стойте. Наклонитесь.
Повторяйте за мной. Так. Как именно вы вели себя после того, как вошли на территорию торгового центра? Если вы представитесь, я вам отвечу на все ваши вопросы. Меня зовут Георгий. Да. Я представился. Какую функцию вы выполняете? Чего я должен отвечать на ваши вопросы? Вы понимаете, да, какое сейчас время? То есть у нас проводятся выборочные проверки, и я как раз уполномоченный для их проведения. Хорошо. Рассказывайте. Я зашел через парковку, поднялся через этот выход. Какую именно парковку? Вы на машине стороны... приехали? Нет, нет, пешком, со стороны... Так. Да-да-да-да. Походил там, посмотрел, потом пошел в бистро, покушал и шел в Ашан. Все. В туалет никуда ничего не заходил. Так, это очень хорошо. И развернитесь еще раз, Федор, до конца. А присядьте полностью, не отрывая пяток. Это неправильно, да. Благодарю вас. Вы можете быть свободны. Хорошо. Благодарю за содействие. Удачи вам в работе. Хорошо. Ладно, мы прикалываемся.